золотую медаль. И сейчас мы узнаем имя первого чемпиона России по вольной борьбе 2007 года. Весовой категории 50 килограммов. Семен Уксеков из Новосибирска, мастер спорта международного класса. Он в красном трико. И Михаил Иванов из Саха-Якутии. Кандидат в мастера спорта, 18 лет. Ему всего соперник гораздо старше, старше на 11 лет, естественно, гораздо более опытный. Ну вот Михаил Иванов, напоминаю, он в синем трико, уже выход в финал для молодого борца, кандидата в мастера. Это, конечно, огромное достижение. Но ему приятно ощущать то, что хотя бы серебряная медаль уже в кармане, уже у него в кармане, да. В данной встрече. Ну, я думаю, он поборется, потому что... Почему бы нет? 18 лет нужно рисковать, просто он обязан рисковать и атаковать. Не надо себя сдерживать. Тем более 18 лет, кажется, что все возможно, да? Что нет никаких преград. Он уже в финале борется опытнейшим борцом, мастером спорта международного класса, пока нули на табло. Но он же не просто попал в финал, он же выиграл 5 встреч у соперников. Пожалуйста, выход за ковер. Один балл повел Уксеков. Расслабился. Не вовремя Иванов Михаил. Да, заканчивается первый период. Со счетом 1-0 ведет Уксеков. Он знает, как надо это такое преимущество держать, да, и делает это пока достаточно уверенно. О! Ну что, получится? Ну, хорошая атака. Правильно. Засчитан балл. Ну, молодец. По последнему действию и выигрышному баллу он выигрывает период. Он выиграл его буквально уже с этой... На последней секунде. На последней секунде. На последней сиреной, как говорится. И вот мы видим, что Семен Уксеков так несколько удручен вот тем, что произошло. Да, я бы сказал, даже подрастерян. Он так ручки развел в сторону. Не понял, как, да? Откуда вдруг свалилось-то на последней секунде? Все я так грамотно держал его и должен был выиграть этот период, и вдруг повернулось все совершенно по-другому. Ну что ж, это тем интереснее становится этот финал. Да, поединок обострился, это естественно. Теперь уже Семен Уксеков должен что-то... В роли догоняющего, да. Надо отыгрываться. А это может использовать как раз наш молодой друг. Свою пользу на контрприеме поработать. Вот пошел Уксеков вперед. Ему ничего не остается делать, как идти вперед и стараться провести прием, сделать техническое действие, которое оценилось бы хорошо. Хорошо включает левую руку, атакует, вперед идет. И переход на ногу, молодец, очень хорошо. Отвлек его в одну сторону и провел атаку с другой стороны. 1-0 Уксеков ведет в этой встрече, в этом периоде, поправка. Интересно, остановится он или будет атаковать? Ну, вот он уже поплатился за то, что в первом периоде остановился. Я думаю, что он не должен вот так пытаться малой кровью выиграть, потому что к чему это привело, мы видели. Не, ну он как более опытный спортсмен, он сейчас выждал немножко, ожидает атаки уже Иванова, чтобы переиграть его в этом компоненте. Вот. Иванов, видите, уже пытается тоже провести атаку, в ногу захват провести. Последние 10 секунд второго периода, ну еще... Случится одно такое маленькое чудо, которое мы видели. Почти достал, да. Почти, но неудачная атака была. Не успел прихватить. И так 1-1.
Второй период выигрывает Семен Уксеков. И впереди решающий третий период, да, который назовет имя первого чемпиона России по вольной борьбе 2007 года. Да, мы увидим золотого финалиста нашего. Вот это очко, которое принесло победу в периоде Семену Уксекову. Решающий, третий. Вот тут уже сдерживаться не нужно. Тут нужно идти в атаку. И тому, и другому. Ждать нечего. Потому что не так они и выложились за эти два периода. Так что есть еще и эмоции, и сила. И взрывчик хороший можно провести. Надо атаковать. Вот и подсказывают ему, подсказывают, что надо атаковать. И причем подсказки идут Иванову. Такая вязкая, да? Да. Борьба. Здесь малейшая ошибка может стать решающей. Ну, Усеков Семен опять ждет эту ошибку, ждет провала Иванова, чтобы, так сказать, малой кровью выиграть у него. Сам не атакует. Так что, я думаю, симпатии зрителей сейчас на стороне Иванова Михаила. Ну да, он моложе на 11 лет и, в общем-то, как-то более так... Ну, подвижно, активный, динамично проводит схватку. Да, он... Пытается провести, во всяком случае, прием. Молодец, завязывает. Уксеков его не дает ему раздергать, растащить себя. Плотно контролирует его руки. Так что он хочет, мне кажется, все-таки он хочет перевести ее. Овертайм. Хорошая попытка была, хорошая. Не достал. Да, истекают последние секунды. И жребий будет решать. Да, вот сейчас. Потому что, в принципе, да, этот захват дает, ну, 50-процентное преимущество. Ну, вот это преимущество получает Семен Уксеков. Прочувствовал. Один балл выигрывает, да, Уксеков и становится первым чемпионом 2007 года чемпионата России по вольной борьбе. Поздравить остается ли? Я думаю, что надо и Михаила Иванова поздравить. Я думаю, он понравился зрителям своей такой настырностью. Напором и... своим, да, и желанием выиграть золотую медаль тоже. Все он сделал, да. И, конечно, это была равная схватка была, но везет сильнейшим, да. В данном случае повезло и Семену Уксекову, и со жребием в том числе, в самом конце этой схватки. И он становится первым чемпионом России этого чемпионата в спорткомплексе «Дружба».